В воскресенье в Самарской области ожидается ясная и облачная погода, небольшой дождь и гроза. Также жарко, температура днем +35, +38 градусов, ночью 23-25 выше нуля. Ветер юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем +38, ночью +24 градуса, юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, гроза, небольшой дождь. Температура воздуха днем +36, ночью 25 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре ясно, вечером небольшой дождь, днем +36 градусов, ночью +24. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.